Привет, я Ася, и продолжаем слушать и наслаждаться новым альбомом Яги Эндшпиля «Нарратив». На подходе шестой трек, называется «Голгофа». Не забывайте про лайк и подписку, если все понравится, и поехали! Это очень классно, но я уже по вступлению поняла, что будет что-то такое очень лиричное и мелодичное. Мне кажется, вступление вообще в этом альбоме, в треках играет какую-то супер важную роль, потому что оно тебя прям настраивает на нужное настроение к дальнейшему прослушиванию трека. Вот, звучание такое обалденное, у меня будто бы какое-то такое тепло, знаете, растекается по телу от такого голоса Мияги, очень классно. Никогда бит этот плод, я поднял паруса. Рыбам ветра несет, потепи не ювно. Звезда потому красила небо любовь. Невзирая на бури, будем верить вопреки. Летая над городами, разжимая кулаки. Мы раздували пламя нотами, горели вновь. Красила небо любовь. Переливаются яркие кадры. До тебя были грубые мантры. До тебя было в целом не мило. Дарить любовь — это большая сила. Непокорная моя, как угодить тебе, милая? Как утаить наше счастье? Куда идти, если хочется мечтать к тебе? Я очень удивлена, потому что я думала, что такой основной трек про любовь в этом альбоме — это был «Круговорот». Но нет, еще один такой замечательный, милый трек. И, кстати, я вот удивляюсь. У них так много метафор, так много каких-то словосочетаний, с помощью которых они могут, опять же, замотивировать, поднять настроение, как будто бы обнимать словами, я даже не знаю. Прямиком в объятия боли не хотел, растворяюсь плавно под музыку теней. Размышлял о главном, пока тянулся день. Ты появилась ярко в самый нужный момент. Протянула руку и подняла с колен. Не все так просто, лупили звезды. Сказать о главном никогда не поздно. Люблю. Во-первых, я хочу для себя отдельно выделить музыкальное сопровождение в этом треке, потому что лично для меня оно выделяется больше всех из всех треков, которые мы послушали, и оно прям такое успокаивающее, такое окутывающее. Очень классно. По поводу смысла и текста все четко и ясно. Любовь,
естественно, люблю и все, и точка. Здесь я больше всего для себя выделила именно принятие человека, которого ты любишь, поддержку этого человека, как бы плохо ему не было. И это самое главное, мне кажется, что должно быть в отношениях, принять человека, а не пытаться его поменять. Ну, я, как обычно, со смыслом полностью согласна, мне очень понравилось, очень тепло, нежно, уютно, классно. Напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего, а мы встретимся в следующем видео. Пока-пока!